А в городе Каратау, Жамбылской области, сокращается количество пустующих многоэтажных домов, брошенных жителями в годы перестройки. Ветхие заброшенные многоэтажки реконструируют и таким образом закрывают потребность в жилье для очередников. Всего в моногороде было 202 многоквартирных дома. Из них почти 40 по заключению экспертизы признали аварийными и полностью снесли. В остальных же домах заброшенными оказались лишь некоторые квартиры, а 17 многоэтажек и вовсе пустовали. Большую часть уже восстановили. Сейчас активно реконструируют 5 домов. Это позволило создать несколько сотен рабочих мест для здешних жителей. В итоге до конца этого года квартирами обеспечат 372 семьи, которые стоят в очереди на жилье. Полностью проблему брошенных многоэтажных домов планируют решить уже в следующем году. В следующем году мы остальные 3 дома также по программе восстановим. Это с областного бюджета реконструкция и выкуп жилья в коммунальную собственность для выдачи аренды. Вот по этим двум программам мы сейчас работаем. На сегодняшний день 91 квартир находится в коммунальной собственности, в разных домах пустые. И по ним мы хотим сейчас работать через Отпазбанк. То есть восстанавливаем квартиры и выдаем на долгосрочный год кредиты.